центр Москвы, Красная Пресня. Вот это семиэтажное здание очень похоже на гостиницу. Однако это не отель, а частная медицинская клиника. Несколько лет назад на этом месте была городская поликлиника с советским архитектурным обликом. Сейчас даже и не скажешь, что это медицинское учреждение. Клинико-диагностический центр медсина Красной Пресни построен с нуля. Сейчас это многопрофильное учреждение оказывает все виды медицинских услуг взрослым и детям. Девиз МедСи – медицина компетенций. МедСи – компания, которая оказывает медицину 360 градусов. Мы практически полностью покрываем все виды медицинских услуг. Это операционный блок одной из клиник МедСи, медицина Красной Пресни. Здесь по последнему слову техники оборудованы все операционные, в частности, та операционная, из которой мы вышли, рентгеноперационная и операционная для высокотехнологичной операции. Здесь робот Da Vinci, гибридная операционная, операционная для чрезкожных коронарных вмешательств, для эндоваскулярной хирургии. Операционные для широкого спектра хирургических вмешательств, в том числе по таким важным направлениям, как кардиология, онкология, гинекология, сосудистая хирургия. В стационарах МедСи широко используют технологии, позволяющие применить так называемую fast-track хирургию, то есть углубленную подготовку пациента перед основной процедурой, а также лапароскопическое или малоинвазивное вмешательство в сочетании с системой активной реабилитации после нее. Видение компании МедСи – это стать лидером на рынке отечественной медицины. Ее миссия – сделать достижения современной медицинской науки доступными каждому. Евгений Ледин – заведующий отделением химиотерапии клинической больницы МедСи в Боткинском проезде. Врач-онколог. Несколько лет назад пришел в компанию из государственной клиники. Тогда были опасения, что частный медицинский сектор не сможет потянуть онкологических больных. Сейчас же в клиниках МедСи эффективное лечение получают тысячи таких больных, в том числе по полисам ОМС. В медицинских кругах в течение последнего года появился термин «феномен МедСи», который выстрелил в направлении оказания онкологической помощи, показал свои результаты, и для медицинского круга это стало сюрпризом, что в частной клинике люди за счет государства получают лечение. Причем самое передовое, самое дорогое. Сегодня достижения науки и технологии позволяют вылечивать 50% заболевших онкологическими заболеваниями. Доктор Ледин отмечает необходимость так называемых мультидисциплинарных связок, то есть принятие решений по поводу лечения пациента группой специалистов. Я бы наш успех разложил на три компонента. Первое, мы сумели собрать команду высокопрофессиональных специалистов, предложить лучшим врачам такие условия, что им работа в МедСи стала интересна. Второй компонент – сервисность. И, конечно, возможность закупки дорогих оригинальных препаратов вне аукционов, когда мы сами выбираем, какими препаратами мы будем лечить. Мы вкладываем многомиллиардные инвестиции в развитие компании МедСи. Мы развиваем всю трехуровневую систему медицины от амбулаторного приема до госпитального приема. Мы строим современные госпитали. Вот, например, в следующем году будет введен в строй крупный госпиталь в центре Москвы на Мичуринском проспекте. Площадь 38 тысяч квадратных метров. Это еще одна клиника МедСи – многопрофильный стационар на Пятницком шоссе. Здесь сейчас началась операция по удалению части межпозвонкового диска, которая зажимает нервный позвоночный столб. Эта патология вызывает сильные боли у пациента и снижает чувствительность нижних конечностей. Нейрохирургическая операция проходит с применением высокоточной техники, специального микроскопа. Клиническая больница номер один МедСи – это учреждение, представляющее государственно-частное партнерство. Высокопрофильные методы и высокоточные методики оказания помощи людям могут работать по социальным государственным программам. Мы, так же, как и государственные учреждения, имеем социальную направленность и делим социальную нагрузку по спасению здоровья пациентам. Вместимость стационара клинической больницы – до 500 койко-мест. Функционирует Центр восстановительной медицины, отделение реабилитации. В планах развития до конца года открыть детское отделение. Масштаб работы медицинской компании измеряется в пациентах. В прошлом году компанию посетило 8,5 миллионов пациентов. Это существенная цифра. Не зря МедСи является лидером рынка и самой крупной частной медицинской компанией на территории Российской Федерации. Имеет смысл сказать о количестве сотрудников и количестве врачей. Эта пропорция тоже говорит о многом. На 8 тысяч сотрудников у нас более 6 тысяч врачей.